хорошо. А чем стаканчик? 250-300. Как заверяет Лилия, по сравнению с прошлым годом цены не изменились. При этом на сбор лесного урожая приходится тратить больше времени и сил. Например, чтобы наполнить такой пластиковый стакан, уходит целый час. Мало вообще местами тут. А почему? Вот как вы думаете, из-за чего? Ой, я не знаю. Может, из-за погоды. Это солнце, наверное, много больше надо. Тепла. Чтобы побольше ягоды были. А они еще не спелые. Да и торговля в этом году идет не слишком бойко. Продавцы жалуются, что городские все больше предпочитают заморскую ягоду, а наши лесные игнорируют. Цены сбавляют, но и это не помогает. Не знаю, по 300 продавали, а сейчас, видите, хотя бы продать эту по 200 нету. Посидим, пока ждем, может, возьмут. Вчера не продали, унесли обратно, сегодня опять что-то не берут. За все время по дороге от Кыштыма до Челябинска встретился лишь один грибник. И хоть сезон тихой охоты стартовал уже неделю назад, похвастаться пока нечем. Два небольших ведра. Ну вот вы выходите во сколько, например? В лес? В 4. И? До 10, до 11. И это все, что набрали? Да. Ну значит совсем мало. Мне вообще нету. В отсутствии грибов сельчане винят погоду. В то время, когда Челябинск заливало дождями, в деревнях осадков совсем не было. Если так пойдет и дальше, то в этом году южноуральцы останутся без зимних заготовок. Наталья Кудряшова, Антон Ступко, СТС Челябинск.